знаменитый московский речной трамвай. Прямо по реке мы должны доехать до самого центра города. Ну что, друзья, произошел небольшой переход. Для вас прошла одна секунда, а для меня прошло достаточно много часов. И сегодня 1 января 2024 года. Сегодня я пришла посмотреть на новогодний парк Сокольники. Это один из самых известных парков в Москве. Единственный минус, несмотря на то, что все очень красиво, сегодня просто дубак, примерно минус 13. На самом деле, если гуглить этот парк Сокольники, то всегда выпадает вот эта локация, и в целом больше ничего нет. А это очень большой красивый парк, здесь действительно можно полноценно провести такой новогодний день. А мы сейчас просто гуляем, потому что у нас еще есть некоторое время до нашего вылета в Питер.
Похоже, летом здесь должен быть просто огромнейший, красивейший фонтан. Но поскольку сейчас минус 14, понятное дело, никакого фонтана нет. Я думаю, что если бы его включили, мне кажется, что вот эта вот струя просто сразу бы превратилась в лед, просто мгновенно. Сейчас очень холодно. И я так понимаю, что это такой, наверное, самый важный именно международный аэропорт, потому что здесь очень много рейсов в Китай, в Арабские Эмираты, в Турцию, но в Китай прям много, там Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, все подряд, это здорово. И спасибо вам большое за то, что вы были со мной на протяжении моего путешествия в Москве. Пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на мой канал, если еще этого не сделали, и нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, которые будут выходить совсем скоро. Пока-пока!